приветствую вас. И вы знаете, ну, наверное, я отчасти повторю слова своих коллег, но я постараюсь и все-таки что-то свое принести в ответ на ваш вопрос. Во-первых, что касается нескольких обид, то их, конечно, можно и нужно прорабатывать, их можно и нужно отпускать, их с ними можно и нужно как-то жить, понимать, ну и вообще говоря, переоценивать, потому что вы уже человек взрослый. Другое дело, алкоголь. Вот я, как бы, если вы уже поняли, я движусь в порядке вашего написания проблем. То есть, сперва пишите про детские обиды, потом вы пишете, что у вас там, ну, еще несколько проблем. Значит, смотрите. Смотрите, какая получается ситуация. Алкоголь. К алкоголю вас что-то привело. Ну, я так думаю, что к алкоголю вас привели какие-то обстоятельства. Вот, и давайте мы подумаем, ну, для начала, какие же это были обстоятельства, которые привели вас к алкоголю. Потому что, если эти обстоятельства не убрать, если их не искоренить, если их не ликвидировать, то будут у вас, к сожалению, большие трудности с тем, когда вы начнете избавляться от алкогольной зависимости. Потому что даже если вы от алкогольной зависимости избавитесь, даже если вы это сделаете, то все равно обстоятельства-то они не исчезнут никуда. Те, которые у вас изначально были, которые подвели вас к употреблению алкоголя, а это значит, что вы вновь рискуете вступить на эту дорожку. На дорожку употребления алкоголя. Вот, чтобы этого не было, вам нужно сперва убрать эти условия. Убрать эти моменты, связанные с употреблением алкоголя. Пожалуй, это то, что мне хочется вам сказать именно относительно вот относительно того, что вы злоупотребляете спиртными напитками. Дальше вы пишете про то, что вы деретесь и что вы злитесь на всех. Пожалуй, надеюсь, вы понимаете, что я должен задать вам вопрос этот, что заставляет вас испытывать злость по отношению к другим людям. Почему вы злитесь на других людей, какие у вас к ним претензии, что заставляет чувствовать вас агрессию по отношению к ним. Это тоже то, что нужно вам для себя выявить. Когда вы поймете источник своей злости, а это некие внутренние конфликты, вам будет легче, вам будет гораздо проще осознать для себя причину их причину их появления, их природу, и, соответственно, вам будет легче с ними справиться. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Информации о себе вы дали достаточно мало, поэтому на достаточно общий вопрос вам я даю общий же и ответ. А конкретно с вами нужно будет работать, разбирать и так далее. Но для этого вам, конечно, лучше всего, как и с
сказали коллеги, лучше всего вам для этого быть трезвым, потому что алкогольное опьянение лишает какого-либо успеха и эффективности любую терапевтическую работу. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего вам доброго и удачи!